Привет, привет, меня зовут Вика. Сегодня я покажу пасхальные поделки. Вот у меня курица здесь есть, которую я сделала в школе. Вот у меня пасхальный заяц чешский, который я сделала тоже в школе. Вот это заяц, это подставочка для яичка. Я ее сделала дома. Это я разукрашивала яйцо, когда было очень-очень маленькой. Вот это яйцо я сделала на детской программе, где можно сделать такую куклу или разукрашивать какую-то керамическую поделку. Я выбрала себе вот это яичко и вот так его разукрасила. Вот эту картинку я делала в школе, в первом классе. Вот эти вербочки я сделала дома, когда была маленькой. Вот этот веночек я сделала в детском саду, и я его забыла, что я вообще его делала. А теперь вспомнила, что я его вообще-то делала. Вот эти кошечки я и сделала дома. И бабочку тоже. Мяу-мяу-мяу, я лечу. Мяу-мяу-мяу, мяу-мяу-мяу-мяу, а я лечу. Я бабочка. Поделку я сделала в детском саду. В эту Пасху я ее снова собирала, потому что она была разобрана. А вот это я сделала дома. Я когда разбирала пасхальный ящик с поделками, то я нашла это яичко. Я не знала, откуда оно здесь. И я сделала это и прикрепила веревочку, и теперь оно, вот это яичко у меня висит. Это цыпленочек, которого я сделала в детском саду, и он из стекла, мы стекло разукрашивали. Вот эта курица, я ее сделала в детском саду. А вот это еще одна курица, которую я сделала в детском саду. А вот этого кролика я сделала дома. Это кармашек такой. И это все. Вам понравилось? Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!